новостройки в Германии. Вот такие красивые дома строят примерно за год. Чуть меньше, может быть. Называются они Reihenhaus. Это значит, у каждого свой, у семьи свой подъезд. В данном случае здесь трехэтажные дома. Бывают очень часто двухэтажные. И в подвальном этаже также есть сухой этаж и большой объем, большая площадь в этих домах. Думаю, что где-то 200 плюс-минус квадратных метров.